Всем привет, с вами Нотик. Сегодня мы рассмотрим большой ноутбук Lenovo B7080. Он выполнен из черного твердого пластика и имеет довольно строгий утилитарный дизайн. Его большие габариты не позволят похвастаться высокой мобильностью, но благодаря 17-дюймовому экрану вы сможете комфортно работать как дома, так и в офисе. Рассмотрим ноутбук поближе. Здесь используется довольно стандартная клавиатура с оригинальным дизайном, тачпад классический с двумя клавишами, рабочая поверхность выполнена из черного текстурированного пластика, на котором не остаются отпечатки, он довольно прочный и стоит отметить, что практически не греется. Крышка выполнена из серого текстурированного пластика с серебристым логотипом Lenovo. Одной из ключевых особенностей данной модели, о которой мы говорили ранее, является большой 17-дюймовый экран с разрешением 1600 на 900 и матовым покрытием, благодаря которому он не будет бликовать даже при ярком освещении. Также немаловажно упомянуть, что у него приемлемая контрастность и довольно хорошая цветопередача и яркость. Стереодинамики системы Dolby Advanced Audio расположены на дне ноутбука, а стандартная веб-камера позволит вам совершать видеозвонки. Данная модель обладает стандартным набором портов, которые могут пригодиться при повседневном использовании. Отдельно отметим наличие кнопки One Key Recovery, которая позволяет легко и просто откатить систему до заводских настроек. Что касается характеристик, то здесь используется энергоэффективный процессор Intel Core i3, дискретная видеокарта GeForce GT920M на 2 гига, а также вместительный жесткий диск на целый терабайт. Результаты синтетических тестов вы можете видеть на экране и сравнить их в таблице на нашем сайте. Подводя итог, если вы ищете ноутбук с большим экраном, вместительным жестким диском, дискретной видеокартой, временем работы до 5 часов и предустановленным Windows, Lenovo B7080 – это отличный выбор. Стоимость его составит порядка 34 000 рублей. Ждем вас в Нотик. Всем пока!